В Мирнинский краеведческий музей стали чаще ходить по Пушкинской карте. Молодежь узнает историю республики в игровой форме. Проходит квесты, шьет игрушки. О том, как получить пушкинскую карту, в интервью радио «Алмазный край» рассказала Лариса Наумова, руководитель краеведческого музея. Оформить себе карту пушкинскую и на сайте госуслуги «Культура» или на сайте «Культура РФ» приобрести на наши мероприятия билеты. Полную версию интервью можно посмотреть на сайте и YouTube-канале «Алмазный край».